Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead, эпизод 2. Что ж, я решил подержать Кенни и проникнуть за дверь в амбаре. Не знаю, что за этим будет, но всех позвали на ужин, поэтому у меня есть время. Что ж, давайте проникнем за дверь. Так, всего лишь открутить. И вкрутить обратно. Ты хоть ловишь их? Судя по всему, нет. Что же нас ждет там? Кенни говорил, там были странные звуки. А я вижу кровь. Ну-ка. Воу. Лютое место. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Почему здесь столько крови? Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house, so you see, nothing to worry about. Пока не совсем. Я не смотрелся даже там. Ладно, пойдем поужинаем. Все равно вы что-то скрываете. Оу, Лили телепортировался. Наконец-то мы попали в дом. Excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry, that was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down, I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Во-первых, мне надо увидеть Марка. Во-вторых, какого хрена у него ствол? Хорошо, Бренда. Я подольше помою руки. Что ж, у меня есть время осмотреться в доме. Это очень подозрительно. Что за царапины? Какой-то шнур. Блин, все-таки Марк. Что-то здесь не так. Очень не так. Надо разобраться поскорее. High school diploma. Диплома. This must have meant a lot to them before the Walkers destroyed everything. Очень много дипломов. These boys aren't stupid. Но он очень странный, этот Энди. Baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Вот этот момент Энди, то что он ствол прячет за спиной. Царапины. Ладно. Давай просто осмотримся. Это Терри, муж Бренды. Так, подожди с ванной. Не, давай осмотримся. Ну подожди, подожди. Уже наступает наверх. Что, шкафчики? Куча всякой ерунды. Gauze pads. I could use a shave. Тебе побриться? Да ты не такой уж небритый. Some kind of lotion. Что-то ничего интересного абсолютно. Руки мыть ты не хочешь. Ладно, пойдем наверх. Надеюсь, они не заметят. Что ж ты крадешь что-то так? Я не думаю, что там будет скрипеть сильно. Оно заскрипит, даже если ты тихонько наступишь. Никто не заметил. Давай, поднимайся быстрее, Ли. Ты просто пошел к Марку. Ничего в этом нет. Страшного. Или плохого. Если не заметит это. Что это? Что за шнур? Ну-ка, посмотри. Кладовка. Что за шнурок? They need so much morphine for. Морфин это же обезболивающее, насколько я знаю. Smart. I guess someone needed some first aid recently. Musty as hell. What is this stuff? Bunch of medical waste in here. IV tubes, saline.
What would dairy farmers need with this kind of stuff? Я с тобой согласен. Это тоже странно. Where is that cord going? Видимо, за той стеной что-то есть. Что там, свет? What the hell? Так, подожди. Видимо, туда можно залезть. Так, ладно, пойду осмотрюсь. Может быть, найду Марка. Так, это спальня. Здесь закрыто. Ну, Марк должен быть здесь. Эй, Марк, привет. И где он? Вот это уже откровенное палево. Is that blood? Кровь. Марка нет. Он что, его убили? Feels like there's a storm coming. Да подожди с грозой. Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. О, давай узнаем. Походу Марк там. Давай, Ли. Что ж, да будет истина. Что же у нас тут? Воу. Марк. Охренеть. У него же даже ног нет. Марк, what the hell happened? Вот вы уроды. Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Они что, тебя порубили на ужин? Охренеть. Клементайн. Какое барбекю? Беги быстрее. Ты беспокоишься за Клементину? Я бы просто достал ружье и застрелил их тут всех. Давай быстрее, крикни. Не ешь. Don't eat that! Ли, Jesus, man. Да бери ружье, придурок. На мушку ее. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. Марк наверху без ног. Marcus upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Ты, конечно, пугаешь Кенни, блин, я тебе верил все время. А ты поверь мне. Вы что, придурки, что ли? Mom, I was eating that. What is going on? Нам надо увезти детей. Everyone out of here. We need to go now. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. Значит, вы признали это, да? How I was raised and how I raised my boys. Now you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. Что, Ларри, новая подружка тебе больше не нравится? Oh, I'm gonna puke. Да вы все больные. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Да, конечно, невежливо. Ты порезала моего друга. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Да убейте вы их. Like y'all. Кенни, хватай свою пушку. Kenny, no! Nobody's going anywhere. Ох, вы уроды. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? Тормоза, блин. What? Put your guns down! We're walking out of here! Don't go near my fucking family! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Все будет хорошо. Everyone, everything will be okay. Что-то ты глупо очень прозвучало. Ладно, Клементина. Эй, ты, урод, убери руки от нее. Я убью тебя. Ты скотина. Все, вас обоих убью. Индия, тебе отхерачу руки. Это Марк. Не смотри. Вот уроды. Вы напугали девочку, вы напугали детей. Вы съели, уроды, Марка.
Да что ты плюешь? Придурки, не могли меня послушать сразу? Клементин, ты как? Походу, она в шоке. В шоке. Все нормально. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Слышь, ты урод. Мог бы послушать меня сразу же. Ты в порядке? You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. Не переживай, все будет нормально. А куда Катя с Даком делись? Где мы? Похоже на фильм «Пила». Соль или леденец? Что тебе это даст? Давай сначала поговорим с Клементиной. We're gonna find a way out of here. Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. There's more of us on the way. Главное, не переживай, все будет хорошо. За то, что он схватил тебя, я отрублю ему руки. Don't wanna know what kind. И заставлю съесть. Урод. Может быть, там за подонами что-то есть? Что, дождь пошел? Не слышу звук дождя. Кенни, ты там чё? Я понял, не паникуй. Просто помоги мне найти выход. Я сейчас тебе опять хреново станет. Ну да. Слишком много смертей для этой серии. Давайте. Надо его откачать. О, массаж сердца. Как его делать? Я уже забыл. Ты о том, что он оживет? Stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off dead guy. Блин, ну хрен знает. We can bring him back. Ну давай попробуем его спасти, Кенни. But right now we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He is not dead. Oh, давай, Лили все еще может спасти его. I wish she could, believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Look, Kitty, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Ну возьми эту тяжелую хрень и держи над ним. Только зашевелится, сразу же кинешь. Почему нельзя так сделать? Подожди, Кенни. I need you! Please help me! Come on, Dad. Come on! Ну здесь я Лили подержу. Ты уж прости, Кенни. Надо помочь. Is he breathing at all? No, no, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Просто так убивать человека, это слишком неправильно. Are you stupid? He's gonna turn. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. You're freaking worthless, Lee. Блин, Кенни, придурок. Блин, Кенни, баран. Yes, I do, Lee, and so do you. I was counting on you, man. Ну ты что наделал? Don't you fucking touch me! Лили, иди успокой Клементину. Взяли, сделали это на глазах у ребенка. Is it over? Не переживай, ну ты хоть обними ее. Да, пока что да. For now. We still need to find a way out of here. I know, but you gotta be strong right now. I need you to be strong.
Think about something else, something hopeful. Like what? Подумай о безопасном месте. Someplace safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? Да. Found a way out? Да, мы найдем выход. Не переживай. Капец, Кенни, как ты мог такое сделать? Просто взять и убить Ларри. Лилит тебе точно это не простит, я уверен. Блин, Клементин, не смотри. I know it was necessary, but I just wish Clem didn't have to witness shit like this. I worry what it's gonna do to her. Это плохо на ней отразится. Блин, Кенни. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Это неправильно. Но ты бы смог убить Катю или Дака? But could you do the hard thing if it was Katya or Duck? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. Ты слишком уверен в себе. We know the St. John's might have... No! They need Katya, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him, that's all. Блин, а Марк? Марк же воскреснет. Они об этом знают? Блин. Кенни, погоди, мы еще не договорили. Придурок. Теперь я тебе тоже особо не доверяю. Точнее, доверяю, ты мой друг, но все же ты очень неправильно поступил. Мы должны действовать вместе. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Ты взял и лишил ее отца. Ее единственную поддержку в этом мире. Взял и разрушил ее жизнь, Кенни. Теперь ты говоришь, что тебе пофигу на нее. What now? Что теперь? What? You don't want to hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want, да нет, Кенни. Ты придурок. Нельзя было так делать. You got any ideas? The air conditioner. Лили. Ну, надо поговорить. Да. I'm sorry, Lily. Я даже не видел, что он подходил. He's still alive, Lee. He's still alive. Я тебе верю. Блин. Ларри был хорошим отцом. Larry and me, we might not have got along so great, but I know he would have done anything to protect you. He was a good father. Это все, что ты ей скажешь? I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. Ладно. Не буду тебя трогать. Кенни, ну ты мудак. Прости. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Что ты башкой мотаешь? I take it off if I had something to remove the screws. А у тебя осталась эта штука? О, отлично. Of course they took it. Shit. А, они забрали его. I've got a rock. A rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? У Ларри есть. Он говорил. Еще в мотеле. Вроде как. Но пальцами ты не сделаешь этого. Can remove these screws, the AC should come down easily. Больше ничего. Мне кажется, у Ларри есть. I'm sorry, Lily. Нет. С Ларри что-то ничего не получается. У Кенни, может быть, есть. Мне нужна монета или что-то Listen, типа этого. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Что ты косишься, Кенни? Лили, ну мне кажется, он... I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. Блин, что мне остается? We need your help. Вот. And Larry's. Продолжение разговора. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry,
Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Лили, просто отойди и не смотри. Idea which pocket he keeps his change in? Ну не надо такое спрашивать. На его глазах отец погиб. А ты решил спросить. Наверное, в левом? A ring. My mother's. Don't worry, I'm not taking it. Может быть, ей стоило отдать? Может быть, в правом? Here we go. Two quarters and a dime. А я в левом храню мелочь. Все, будем раскручивать. Ну давай, покажи класс, Ли. Мне надо отомстить Энди. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Ты не базарь там, придурок. Мне это так подходит хорошо. Перелазь ты через стену. В смысле, слишком узко. Это слишком узко. Ну, там же можно пролезть. Где узко-то там, блин? Вы оба пролезете. Что, Клементину хочешь заслать туда? О, ты не обязан этого делать. You know you don't have to do this, right? I know. Пусть Кенни лезет. I just want to go home. This will help us get back home. Okay. Так давай там, держись, ладно? You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Блин, это вас ваш последний шанс. Другого шанса не будет. Если с ней что-то случится. Ох. Давай, Клементин, я верю тебе. Молодец. Are you okay? Did anyone see you? No, but there's a man outside. Человек? Where the hell are you going? What do you care? В смысле, какое дело? Кенни, придурок, все, вали. Ты меня бесишь. Go. I know. I just need a minute to say goodbye. Лили, не время. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Да выруби его нафиг. Он бесит Stay меня. Here. Take care of Lily, okay? Мне теперь еще о Лили заботиться, блин. Ну что? О. Дофигища крови. Капканы. Может быть, они раскидывали капканы по лесу? Я сказал тебе, что было что-то в этом комнате. Это гадамный human slaughterhouse. Капец, Кенни. Только не натвори дел, придурок. Может быть, стоит поговорить с ними, попробовать? Нет, он про Клем сказал. Так, что у нас тут? Серп? Дверь, Кенни. Кенни, давай поговорим. Стой. Ты стой, придурок. Ты баран. О, давай осмотримся быстрее, пока он там не натворил дел. Сосуды, что это? Органы? Так, там что? Там вентиляция. А что оставалось делать, Ли? Это что, пила? Да они все конченые, что? Надо выбрать оружие. Мини-погонялка, кровавая ванна. Погонялка это, я так полагаю, шокер. Шокер.
кровь для сена и серп. Бери шокер. Кровь его не смоешь. Надо сделать более гуманно. Сначала оглушить, а потом застрелить. Ну и Энди руки отрезать. Давай, просто подбегай, хватай ружье, руби руки и застрелим его. Только не дури, Кенни. Кенни, только не дури, пожалуйста. С кем там базаришь, придурок? Вот. Подожди. Походу он ушел. Уберем его вместе. Да, это правильно. Давай, стартуем. Нет? Все, он заходит. Давай. Можно? Блин, он меня не спалит. Воу. Блин. Хватай ружье. Оглушился? Ну давай, шокером его. Давай еще раз. Кенни, давай. Кенни, придурок, давай. Воу. Лили, что ж. Это честно. Они заставили погибнуть твоего отца. Кенни, ну ты дурак, а. Ты же который раз топишь. Все, походу ты стартуешь. Ладно, Дэнни. Дэнни, он в капкане. Лили, пойдем за ним. Да подождите. You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Марк никогда не хотел стать едой. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. Да нафиг ты мне нужен, придурок. You ain't gonna kill me. Just like he didn't kill Jolene. Я не буду тебя убивать, мудак. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Походу Лили тебя убьет, а я пошел помогать Кенни. Клементин, не смотри. Клементина, запомни, что вы сохранили ему жизнь. Ну, хоть что-то положительное из этой истории. Блин. Иди помогай Кенни. Спасибо. Лили, держись там. Я понимаю, что очень плохо все. Тебя отца убили только что, но... Держись. Все-таки Кенни я больше поддерживать не могу. Он уже слишком много косячит. Блин, какой громкий дождь. Кенни! Где он? О, там кто-то есть. Рядом с качелями кто-то был. Так ведь? Зомби? Ну, зомби сейчас не так страшно. О, Карли. Блин, а я про вас и забыл. Блин, Карли. Нет, блин. Карли, все хреново. Очень. Они напали на нас. Двое осталось. Так, давай потом расскажешь. Зайдите сзади в доме. Да Кенни все, он придурок, он с ума сошел.
go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Давайте, ребят, только на окладу не нарвитесь. I don't leave home without it. Ben, все, молодцы. And Lee, be careful. Давайте, ребят. Ну хорошо, хоть какая-то поддержка. Это совсем уж на Кенни надеяться. О. Давай быстрее. Ли, они тебя не видят, давай быстрее. Давай, Ли. Ну беги уже, беги. О. Да, это я. А, понял вас сразу. Ну давай, Ли. Они уже прочухали. Ай, молодец. Захватила кого-то, да? Катя? Блин. Вся надежда на Карли. Ну что, ты даже зайти не хочешь? Только не пугай ее. Стой. Хорошо, я стою. Можно я просто подойду, и мы поговорим, хорошо? Карли, где ты? Стою, стою, стою. Все, я стою, успокойся. Подумай о своем муже, Бренда. Воу. Марк! Ты мне решил помочь? Ты уже стал зомби. Тихо, Бренда, Бренда, я стою. Я стою. Успокойся. Как мы же дошли до такого? Бренда, не будь дурой, а? Бренда, просто опусти пушку. Просто давай поговорим. Я стою. Не убивай меня, хорошо? Давай поговорим. Эта ферма была твоей гордостью. Давай, Марк. Марк, ну, хватай ее. Марк, спасай нас напоследок. Блин, жалко тебя, конечно. Все, отлично. Я не знаю, где этот придурок. Ага. Блин, ну сейчас-то глупости не наделай, Кенни. Дурак. Придурок. О, сколько всего произошло в этой серии. Надеюсь, ты не откинешься, придурок. Все, Энди, ты все потерял, придурок. Ты сам виноват. Я виноват? Ты схватил крем. Немного бензина. И вы Марка съели. Молодец. Карли, я всегда знал, что ты мне поможешь. Давай, Ли. Осталось этого порешить. Ну уж тебя щадить я не буду, ты уж прости. Прострели ему обе коленки, чтобы он помучился подольше. А, ну правильно, никто ж помочь не хочет. Отлично. Ли, Энди. Финальная битва. Давай, Ли. Ли, давай. Давай, Ли. Ну включи мужика, давай, Ли. Ли, держись. Твою мать. Давай, Лили. Ай, молодец. Ну все, тебе конец. Давай, бей его. Справа пару раз, давай. Слева еще разок. Ну еще раз. Все, хорош. Все, хватит, Ли. Хорош с него. Got, пошел в жопу. У тебя не осталось матери, у тебя не осталось It's ничего. Get out here!
Все, Энди. Им конец. Они оба мертвы. Это что вы наделали, придурки? Ты сам виноват. Вот теперь живи с этим. Нет, ты будешь жить с этим, урод. Пошел в жопу. Я не буду на глазах всей группы тебя убивать. Нет, ты не дождешься этого. Давайте, ребят, надо валить отсюда. Ты не дождешься этого. Все, генератору конец. Ну пойдем, не стойте. Надо валить отсюда. Блин, мы потеряли Ларри, а вон мама ползет. Мы потеряли Ларри, мы потеряли Марка. Капец. Вот эта серия. Да. Блин, я успел уже привыкнуть к Ларри. Мне жаль, что он погиб. Мне жаль, что Кинни его убил. Ты как там, мудак? Живой? Блин, Лили. Жалко ее очень. Клем? Ты что-то увидела? Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, да, you might not have gotten out of there. Я рад, что вы появились. Да, представь себе. Нам надо было догадаться. Но мы не могли догадаться. Я это понял только на самом верху. Когда мне Марк сам сказал. Катча managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Что это? I found it while I was looking for the camera. Это то. Та камера. Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Я хочу посмотреть, что там есть внутри. Кинни бы в идеале. Забинтовать? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Ты придурок. Go on ahead and give me and Lee a second. Да уж, нам надо поговорить. Ты знаешь, что ты неправильно поступил? There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. Мы по-любому либо разойдемся, либо... Я даже не знаю, ты убил Ларри, Кинни. You murdered Larry. Fuck you, man. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them by making sure Larry didn't kill us. Кинни. I couldn't do it, Ken. Well... Maybe we should stay out of each other's way for a while. Да, Кинни. Побудь один без меня. Ты в моих глазах сейчас не самый лучший. Come on, Clementine. Stay close. Lee, are those bad people dead? Да? Да, хотя не знаю. Мы не убили их, так что не знаю. Я не буду тебе говорить про смерть. They might have been able to get away from the walkers, but I'm sure they won't be coming after us. That's good. Нельзя тебе плохое говорить. Ты единственное светлое, что есть в этом мире. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Машина? Кто-то еще ездит на машинах? Угу. Еще фары горят. Не стреляйте, мы тут, чтобы помочь. Наверное, это самый лучший выбор. Потому что машина не похожа на мародерскую или бандитскую. Не знаю. Может быть, это реальные люди. Обычные. Медленно подойти. Он медленно не ходит, он вот на паузе идет.
как робот. Можно включить какой-нибудь биток, и будет казаться, что он танцует. Что это за тачка? Пора заканчивать эту серию. Что тут у нас? Бензина нет. О, crap! Что там? Baby, you gotta save this. It's a shitload of food and supplies back here. Can you? This food could save all of us. Not all of us. А ты не вздыхай, придурок, сам виноват. Look, we don't know if these people are dead. Да, я тоже так думаю. Я подумал, что, может быть, они за бензином пошли. Можно подождать их, можно осмотреться. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. Она не наша. Don't worry. What if it's not? Она не наша. What if it's not abandoned? What if it is someone's? Да, ты права, Клементин, нельзя. Может быть, реально кто-то пошел за бензином просто и хочет вернуться. Мы можем подождать их. Хотя бы сутки, я не знаю. Да, не следует брать. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Ты сегодня плохой, да? Мы выживем без них. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Я не с вами, Кенни. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Либо мы вообще ни один из нас не берет. Либо все берут. Что за бред? Почему мы стоим в стороне? Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. Блин, ну это вообще неправильно, ребят. Мы же сказали, что нельзя брать. Клементина не хочет. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Мы найдем чем укрыться. There were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Да, это было не очень умным. Когда ты пыталась починить радио. Lee, you're gonna want to see this. Что там? Oh shit. Ну же, что там? О, это же мы. Это когда мы только приехали? Точно. Jake, Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits. Ah, that. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Это та сумасшедшая. Where's she at? I don't know. О, это же я с ней говорил. Точно, это она. It's a living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Ну что, видимо, это конец второго эпизода. Я так думаю. Да, это конец второго эпизода. Я все-таки решил доиграть до конца. И давайте посмотрим, что будет дальше. Кенни, ты придурок. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. О, это же аптека. It's starting to add up. Вы что, завели фургон? Get him out of all this madness.
Lily's not doing so good, huh? Бандиты. You murdered her dad. I did what I had to. Вы же помойкану идете. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit. Кто-то новый был, я видел. People get mad when they're scared. Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Что же там случилось? Мне уже жутко проходить дальше. Вот и статистика. Спаситель, вы отрубили ногу Давида? Да, и 84% это сделали. Допрос, убили Джолин? Сумасшедшая. 87% не убивали. Я в том числе прагматик. Вы помогли убить Ларри? Нет, 68% не помогло. Я его, конечно, не поддерживал, но все-таки это неправильно было взять и убить человека. Это мщение. Вы убили обоих Сент-Джонов? Вы 82% не убивали. Хорошо. Выживание вы украли, иду из машины. 44% всего не украли. Ладно. Что ж, я думаю, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. В следующей серии начнем эпизод 3. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем пока.